Шахжахон. Главный тренер Татана Файбек. Салыбаев Альдия, город Бишкек. Резервный арбитр Чолпанбаев. Сам. И тот матч тоже может многое показать. Поэтому будем следить и за этим матчем. И я думаю, что многие любители Кыргызской премьер-лиги будут следить и за парой. В правом фланге уже оказывается мяч. Шахжахон Сатихонов. Нет офсайда. Навесная передача. Удар по воротам. И еще один удар. Вот это момент, друзья. Ошибок команды допускать просто так сегодня не станут. Отличный момент. Удар по воротам. Добивание и гол, друзья. Алай забивает первый гол в этом матче. И делает это Нурболот Грызбеков под девятым номером. Ну и смотрите, какая атака получилась. Не доглядели здесь ребята. Кантовчане, вот смотрите, вот мяча из аута. Сейчас на повторе мы с вами увидим, кто же там ошибся, что же вообще получилось. Вот смотрите, никто не помешал здесь ударить игроку Алая. Ну и на добивании первым оказался Нурболот Ирзбеков под девятым номером. Очень здорово выбрал позицию и без шансов для Гутмана Гадырбекова. Забека Улу, Айзар Ахматов несется вперед. Хайрат Джыргалбекулу, навесная передача, Эрнис Батырканов. Перевестелится в подкате Хайрат Джыргалбекулу, держится за ногу игрок Алая, но матч у нас продолжается. Атака продолжается, удар по воротам. Ай-яй-яй, Нурдулет стал бегать, мяч у него был отобран. Ахматалиев справа. Навесная передача! И успевает здесь у Алая. Хороший пас. Нету офсайда. Можно забивать. Удар по воротам. И... Так, навес. На ближнюю штангу. Добивание! И выше ворот. Успел заметить, что произошла замена. Вышел Арлен Шаршимбеков по десятым номерам на поле. Навесная передача. Удар по воротам. Добивание будет ли? Да, есть добивание. И арбитр засчитывает гол, друзья. Абдышата на последних минутах счет сразу в сторону Фархата Мусабекова. Мусабеков подключает левый фланг. Ахматалиев сумел подать. Ахматалиев и опередил соперник. Алай атакует правым флангом. Артыкпаев. Прострелил и забивает Алай, друзья. Ну что же матч? Что за матч, друзья? Ответный мяч забивает Алай. Счет становится 2-1. 25-й номер, видим, что аплодирует трибунам. Ну и все, завершается у нас матч, друзья. Алай одерживает победу в этом матче. С чем